Всем привет! Сегодня у нас на улице вот так заметает. Все заметено, гараж заметен, машина моя в гараже. День я с утра раскапывал все это, чтобы забрать свою машину из гаража. Вот, так что это уже по новой замело за несколько часов. И вот трудно поверить в то, что позавчера мы жарили шашлык, барбекю делали. И было плюс 20. То есть было плюс 20. Мы оставили на ночь, вечером делали шашлык, оставили на ночь вот это вот закрытое. На следующий день с утра было плюс 20. Мы поехали на день рождения, вернулись вечером, было 0. То есть мы в 4 дня, еще выходя из машины, оставляли куртки в машине, потому что было очень жарко. А как вышли из машины, мы в боулинг ходили, из боулинга было уже 0. И начался снег, и вот на следующий день мы видим вот такую картину. Толстый слой снега, метет, предупреждения везде. Сегодня школы закрыты. Сегодня называется Snow Day. Снежный день, школы закрыты, дороги были не убраны, аварии у нас тут везде. Вот, и... А, там кот на порче. Я поняла. Вот, я выпустила детей в эту жуткую погоду. Это не моя погода. Вот, ну, дети-то любят такое. Вот, немножко поработать. Поработают даже на благо. А уже бы не открывали. Так что вот так вот у нас сегодня. Настоящий север. А позавчера была настоящие тропики. Всем привет! Вот посмотрите, какие у нас тут груды снега навалило за 2 дня. Даже здесь уже дороги не успевают чистить. Снег шел... О! Куда-то я наехала. Снег шел 2 суток. Вчера школ не было, как я уже сказала. Сегодня на 2 часа... Утром были школы закрыты, то есть дети пошли на 2 часа позже в школу. А я сегодня была у доктора, просто на ежегодном визите. И сейчас поеду домой, оставлю машину дома и пойду на работу, потому что я сегодня работаю в Жорика-школе. А это прям за углом у нас. Включила камеру, показать наши сугробы. Я надеюсь. В общем, пыталась почистить, не знаю. Разводы получились еще больше. Покажу вам наш городок зимой. Это парадокс, но 2 дня назад было плюс 20. В один день лето сменилось на зиму. От плюс 20 до 0. И начался снег, и вот он шел 2 дня. Сегодня с утра он только прекратился. Вот такой вот у нас тут климат. Это называется Lake Effect. Мы окружены великими озерами. И у нас вот так вот идет снег. Но температура сейчас хорошая, очень приятно на улице, несмотря на все вот это вот вокруг. Около 0, где-то минус 1. Ночью тоже где-то минус 3 было, то есть не очень холодно. Хорошая температура. День я сегодня откапывал этот самый гараж, чтобы взять машину. Час. И вчера он откапывал тоже час, и мы еще вечером все это откапывали, потому что что-то за автобусы к нам приехали. Это из Нью-Йорка, кстати, ездят автобусы. Грейхаунд называется фирма здесь. Останавливаются у нас в Кортленде проездом. У нас здесь нет станции автобусной, но останавливаются проездом, подбирают людей, если куплены билеты. Так что... Вот это вот мы сейчас, можно сказать, съехали с хайвея. Над нами хайвей сзади остался. И вот это вот въезд в город, поэтому справа и слева находятся гостиницы и плазы с едой.
Сейчас я отработаю полдня. У меня сегодня полдня работы. Не успела обогнать. Полдня работы, и потом я выходная завтра, послезавтра. Так, дайте мне встроиться. Завтра, послезавтра, в общем, до конца недели, на выходные, потому что у нас будет Thanksgiving, День Благодарения, в четверг. В пятницу Черная Пятница. Уж не знаю, будем ли мы ее отмечать или нет. И потом выходные. Ну, это уже такие выходные, что вот, например, Жорика мы поведем на футбол, то есть в субботу это уже... просто обычная суббота. Но вот в пятницу будут, не знаю, пойдем. Хочется, конечно, пойти на какой-нибудь сейл попасть, на шопинг. Но пока еще мы не решили, что делать. У нас в пятницу открывается Диккенс Крисмас, Диккенс Рождество по Диккенсу. И очень классно там. Костюмированные такие вот, не средневековые, 19 века, начало 20-го, нет, 19-го, прям гуляния в скинетлосе. Если такая же будет погода, как сегодня, скорее всего, что мы туда поедем. Так, я хочу здесь свернуть. Скорее всего, что мы поедем и туда. Потому что, в принципе, у нас все есть. Нам на шопинг ничего не нужно. Единственное, что я обнаружила, вот видите, улицы тоже не чищены здесь, вот в таких районах. Единственное, что я обнаружила, что вот пришли к нам гости в пятницу, а у нас нет посуды такой, чтобы встречать гостей. Ежедневная посуда у нас есть. Но так как мы никогда гостей-то и не встречали, вот, ну, несколько раз у нас были гости. А в дом уже нужно иметь, конечно, посуду красивую. Так что я бы подкупила что-нибудь такого. И потом опять нужно уже подарки покупать на Рождество детям. Может, на Черную Пятницу что-нибудь такое и будет. Ну, может, поедем в мол, не знаю, посмотрим. Пока об этом не думали. Это такая старая улица. И не очень, по-моему, такая благополучная, как мне кажется. Тут апартменты какие-то страшненькие. Вот дома красивые, вот эти кирпичные, но, по-моему, жильцы тут не очень-то такие благополучные, как мне кажется. Тоже, видите, чистят-то чистят, солью посыпают, но если снег вот так навалит, двое суток идет, то разгрести это все. И вот это вот... Чем я не люблю зиму, я вообще зиму не очень люблю. Когда снег идет красиво, а вот потом вот это вот все грязь, вот этот снег серого цвета. Где-то в лесу красиво, где это все не тронуто, а вдоль дорог, в городах мне не нравится, как это все выглядит. Вот это у нас впереди 7-Eleven, такой магазинчик городской. Обычно в чертах города сейчас магазинов нет. Но вот такие вот маленькие 7-Eleven, они на заправках обычно. Такие магазинчики. Но это не заправка, но тем не менее находится вот в такой жилой части города. И такой магазинчик здесь организовали. В центре как бы. Ой-ой-ой, что я рванула. По привычке отвыкла уже по снегу ездить. Вот синие коробки стоят. Это у нас для ресайклинга, для вторичной обработки. Вот мы туда бумагу, картон, что там еще, пластик, стекло, вот в таких коробках выставляем. И их собирают. Сортируем мусор свой. И обычный мусор мы в синие пакеты покупаем специальные. Пакеты не дешевые, стоят там что-то 3,75, по-моему, если не ошибаюсь. Каждую неделю вот мы по такому пакету огромному покупаем, и весь мусор туда складываем, и только в этих пакетах у нас собирают мусор. Это в нашем городе такие правила, в городской черте. Вот это справа сейчас это стоматолог наш. Впереди больница. Тут Жорик родился. Полдня отработать и 5 дней дома. Ю-ху-ху! Не могу дождаться уже. Хотя вчера тоже дома сидела. Перед этим 3 дня была выходная, но у нас такие бурные выходные, кстати, выдались. Мы тоже по гостям ходили, к нам гости в пятницу приходили, в субботу мы ходили в бильярд.
и в гости, в общем, нас приглашали на день рождения. В воскресенье мы уже просто не доехали до гостей, нас тоже приглашали на обед. Но мы уже просто не поехали, и снег уже начал идти, и все. В общем, решили остаться дома. И вот вчера мы только отдыхали. В воскресенье тоже дома остались, мы по магазинам ходили. Вчера дома отдыхали, а день уже был на работе. Ну, сейчас начнутся праздники. Вот куда сейчас впереди дорога, вот эта вот, куда камера моя смотрит, это уже старая-старая часть города, практически не жилая. Вот дома по правую сторону, там живут, конечно, люди, но она такая какая-то запущенная, не очень. Вот у нас такая заснеженная улица тоже, зимой она красиво смотрится, наша улица. Ну вот дороги почему-то солью не посыпали, я не знаю, хорошо это или плохо. Хорошо в том плане, что машины не так страдают, да, но в городе-то все равно посыпаны все дороги, поэтому машина все равно с солью. Странно, почему в городе так плохо чистят дороги. Это очень необычно, не успели. Вот такие вот груды снега у нас лежат. Ой-ой-ой, как же тут заехать к нам. О! Вот так вот мы снег убирали тут. Все, сейчас надо аккуратненько загнать машину, потому что чтобы стекло не тронуть. Зеркало. Гараж-то на две машины, но очень пространство, прям тютелька в тютельку. Все, приехали.